себя постельный носочек. А я записываю, у меня там потом можно в любой момент там фотку оставить. Посмотри. На видео записываю. Ты ее позови. А что за порода? Пекинес? Пекинес хина. Вообще. Я могу мужу чай купить. Да? Да, живность. Живность — это хорошо. Жизнь, значит, продолжается. Дик. О, побежал. Забег по Греции. Пойдем с собакой гулять. Ну вот Симочка, пойдешь. Симочка? Симочка, пришла. Гена, моя доченька. Пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик. Сашке, я лучше поеду крысу. Мама, крыса 2000 стоит. Кто 2000 стоит? Крыса. Вот это вот хомяк? Нет, что куда их мало стоит. 150. А крыса стоит 2. Взрослый. Ничего себе. Молодая 1000. Это к ней мозги хорошие. Жрачка пришла. Да. Мой сладкий. Ну что ты, давай кушай. О, красавец какой. Хомяк, вы что делаете? Зачем вы? Вот кошки, понятно, а мы Генри, хомяки. Генри. А где мой сыночек? Генрих. Иди кушай. Понимаем даже что-то. Ты что это опять? Ты торопишь меня, да? Хорошо, я помню про тебя, помню. А гулять Сима идет. Гулять идет. Она знает догулять слово. Да. Ты сейчас оденусь сейчас. Одеваться пойдем. Где одеваться? Иду одеваться. Общение с животными — это тоже не сказки. Хомяк, иди жрать. Почему собаки понимают, а хомяки не понимают? Ты что там развалился, как свой хуй на всю сторону показываешь?